Дорогие товарищи, сейчас я вам покажу, как происходит запись вокала таким образом, чтобы как бы не напрягать соседей, своих домочадцев. Вот. Особенно, когда партия является очень громкой. Как это сделать в домашних условиях? Да, друзья, я полезу туда с микрофоном! Я могучий террорист! Но я должен кричать в раза четыре сильней. Чем толще одеяло, тем круче! Я могучий террорист! Я фатальный оптимист! Я родился, чтоб тебя разнесло в куски дробя. На вокзале я сижу, гексоген в руках держу. Сейчас люди подойдут. Единственный недостаток такого метода записи — это очень жарко. Там просто очень жарко.